Друзья, всем привет! С вами канал Events Guide и Валя Кавасаки. Сегодня мы приехали в музей автомобилей мира для того, чтобы посмотреть, какие же здесь интересные автомобили представлены. Пойдемте посмотрим. Йоу! Тегу Кальдерон, Ломан, Ло Бандолеро. А сейчас мы возьмем интервью у владельца этого прекрасного автомобиля Вадима. Вадим, расскажи про свой автомобиль. Это машина Dodge Stratus Coupe называется, на базе третьего Eclipse. С 80-х годов коллаборации были у Chrysler и Mitsubishi, собирали машины. Здесь сейчас уже установлен полный привод. Первый в мире полноприводный такой Dodge. Стоит турбомотор от Evolution. Сейчас примерно сил 350. Класс, класс. А давай еще подробнее посмотрим дизайн автомобиля. Пойдем. Скажи по поводу дизайна твоего автомобиля, потому что он такой интересный. Давно был придуман в стиле трансформеров. И началось все потихоньку с шильдиков, с названий. И потом уже, когда машину красили, мы решили сделать вот такие картинки с двух сторон. Здесь еще отдельно сделано гравирование, которое вот в кузове. Это отдельно прикол такой, маляра был. И сзади еще на багажнике написано Decepticon. И здесь и краска американская, очень дорогая. Она похожа на Кэнди, но это не Кэнди. Это Metallic Skyline называется. А цвет называется «Бычья кровь». На дизайн, как внутри все с душой сделано, такие детальки мелкие, просто все невероятно, как-то красиво, классно. Штатного, что осталось по салону, это торпеда частично и заднее сиденье. Ага. Остальное все либо переделанное, либо перешитое. Классно, такие комфортные кресла, да, просто. Что рассказать, BMW, восьмерка, 850 CSI, 93 год, выпуска таких было выпущено 1400 автомобилей, ну вот один из них представлен на этой выставке. Он полностью в идеальном, в родном состоянии, кроме лакокрашенного покрытия, которое я перекрасил там несколько лет назад. Остальное все в родных запчастях. От кузова до салона сделал кастомные диски, но родные кастомные диски, родные 21 стиль, кто знает, там поймет. Остальное все в родне и в своем собственном состоянии осталось. Ну что, сейчас мы пришли к чемпионской машине Ивана. Иван нам расскажет про свое чемпионство и про свое просто невероятную красотку. Это Mitsubishi 3000 GT, значит, второго поколения, 94 года, в обвесе Kaze Aerocraft. Я сам собирал весь обвес по всему миру. Вау. В общем, так получилось, что собираю ее 17 лет уже. Ну и вот в этом году, первый год, вот она вышла вот в таком вот состоянии. Круто. А расскажите вот про чемпионство, очень интересно. Это Drive 2, она стала машиной дня. Они в этом году, или, по-моему, с прошлого года начали кубки высылать. То есть, и вот пришел кубок от них, что она заняла первое место. Салон еще не перешился, только сделали лампы двери. Значит, здесь стоят BMW семерки сиденья. Вот это все аквапринт, весь пластик в аквапринте. Ну, в общем, другу отдал на аквапринт, он на его вкус, и получилось очень даже неплохо. Ну что,
что, друзья, всем большое спасибо за внимание. С вами была Валя Кавасаки и канал Events Guide. Будем рады видеть вас в следующих видео. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк под этим видео. До новых встреч!